Настоящие герои в обычной жизни. На ВДНХ сегодня открылась выставка, посвященная ветеранам различных войн и тем, кто совершил трудовой подвиг. Фотохудожники поставили цель показать невероятную силу духа этих людей. Многих жизнь изменилась навсегда после боевого ранения, но это не смогло отнять у них волю к новым свершениям. Выставка «Герои России. Какими их не видел никто» будет работать до конца марта. Это мой такой вклад и моя лепта, и такой способ сказать спасибо этим людям. Очень интересно было работать, потому что люди, которые переживают такие там невзгоды, такие перипетии в жизни, это все отражается на лице, это все видно. Ну, и, конечно, для меня, как для фотографа, было интересно работать с такой фактурой.